можем точно сказать, что, скажем так, шпион, который находится сейчас в нейтральной зоне на территории России, действительно хочет правду раскрыть, хочет честности, хочет открытости в отношении политики Соединенных Штатов к своему государству. Если Путин сейчас примет решение о поддержке этого, скажем так, шпиона, то тогда у нас возникнет серьезный внутренний конфликт между двумя странами, и, соответственно, это приведет к определенным санкциям, которые невыгодны для страны, поэтому у Путина просто не было другого выхода, как принять подобное решение. Я уверена, что наш шпион обязательно сможет найти убежище в какой-нибудь такой африканской стране, в результате которой он все равно будет продолжать свою подрывную деятельность. Ну а также, если он останется в нашей стране, он начнет эту подрывную деятельность здесь.